فسط ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. صل على علي بن موسى الرضا والتقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые телезрители, мы приветствуем вас на нашей передаче, посвященной Фатиме Захре, саламу алейха. И мы продолжаем наше выступление с шейх Курбаном. Шейх Курбан, саламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Шейх Курбан, на прошлой передаче мы начали рассматривать один аят, который относится к Фатиме Захре, саламу алейха, к ее роли на самом деле. Вот, хотел бы, чтобы вы продолжили эту тему. Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насрин, ва муин. Вассалату вассаламу аля сейдил анбияй вал мурсалин, ва аля алихи тайбин ат тахирин аль маасумин, ва лакнату даимату, ва ла адаихи маджмаин, иля киям яуми ддин. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей Хади ТВ-3, и разъясняя, продолжая разъяснение того аята, который аята из суры Нур, из суры Свет, в котором Всевышний разъясняет историю столкновения света и тьмы, и что из себя представляет свет Всевышнего, и что из себя представляет тьма, противостоящая тьмы, противостоящей этому свету. И здесь мы обнаруживаем, что приводит примеры. Это всего лишь пример и некая своего рода визуализация, потому что человечество нуждается в подобном объяснении духовных и высших вопросов, что для того, чтобы приводить примеры, мэсаль. И Всевышний приводит пример, говорит: свет Всевышнего, Аллах, свет небес и земли. Но этот свет, он подобен мешкату, подобен некой нише. Мешкат, как мы разъясняли, это то место, в котором устанавливается свет, и который служит тем, что держит этот светильник, держит светильник. Ну, допустим, представьте себе, вот я приведу пример. Например, раньше в старых домах, когда строили стену, могли сделать своеобразное окошко, своеобразную нишу сделать, специально для чего? Для того, чтобы ставить туда лампу, светильник, совершенно верно, лампу, светильник или что-то еще, что является, что излучало бы свет. То есть это не дает погаснуть лампе, да, как я понимаю? Честно говоря, то есть мне сейчас сложно сказать, именно все те роли, которые играет эта ниша, играла в те времена, потому что приводится именно для тех людей этот пример. В те времена, сейчас у нас нет такого, ламп нет, и каких-то ниш нет, мы вешаем лампочки на потолок. Да. Этот пример приведен для тех людей, чтобы они могли понять, что из себя представляет свет Всевышнего. И, ну, как минимум мы можем сказать, что он держит этот свет. Возможно, и ограждает от чего-либо. От, например, соприкосновений или от повреждений каких-либо этой лампы. И Всевышний говорит, что в этой нише находится светильник. В этой нише находится светильник. То есть то, что излучает свет Всевышнего, распространяет, доносит свет Всевышнего. Светильник что из себя представляет? Это то, что излучает свет, распространяет свет. Но этот светильник находится в стекле. А стекло подобно жемчужной звезде. Что здесь имеется в виду? Ну, яркость
Да, мы говорили, жемчужной звезде. И в этом в предании, которое мы зачитали от имама Садыка, алейхиссалату вассалам, говорится, что Фатима есть тот самый мешка, та самая ниша, в котором хранится этот светильник. Фиха миспах и миспах, то есть светильник, это его светлость имам Хасан, говорит его светлость имам Садыка, алейхиссалату вассалам. И этот светильник находится в стекле, а стекло это имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Это кто? Это второй сын ее светлости Фатима Туз-Захра, саламу алейха. То есть я хочу обратить внимание на то, что имам Хусейн, имам Хасан, алейхим ассалам, являются детьми ее светлости Фатима Туз-Захра, саламу алейха. И когда говорится, что подобно, стекло подобно жемчужной звезде, имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что стекло подобно Фатиме, потому что жемчужная звезда – это ее светлость Фатима, саламу алейха. То есть стекло, которое является примером имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, подобно Фатиме, саламу алейха. И юкаду мин шаджаратин, и то, что говорится, что возгорается из от возгорается от благословенного дерева, этот свет возгорается от благословенного дерева. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что благословенное дерево это Ибрахим, алейхиссалату вассалам, ла шарги ва ла гарби, который является, имам Садык, алейхиссалату вассалам, объясняет, что является, когда Всевышний говорит, не восточным, не западным. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что имеется в виду, Ибрахим, алейхиссалату вассалам, не имеет отношения ни к иудаизму, ни к христианству. Якаду зейтуха юды у якаду, то есть, когда Всевышний говорит, что масло этого дерева готово возгореться без огня, имеется в виду, что знание, имам Садык, алейхиссалату вассалам, знание. Знание не в смысле информации, то есть более... То есть мы разъясняли неоднократно, что в исламском учении знание – это нечто большее, чем просто информация. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, когда Всевышний говорит, что масло этого дерева готово возгореться, он имеет в виду, что «Аль-Ильму якадуль ильму янфаджиру биха», что это знание готово распространиться и захватить сердца, захватить человеческое общество и все человечество. Даже если не коснется его огонь. И Всевышний дали говорит, нуру наля нур, свет над светом. В этом светильнике свет над светом находится, в этом светильнике. И имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, имамун минха ба'да имам. То есть один имам за другим имамом. Один имам за другим имамом являются теми, кто излучает свет Всевышнего. Яхди Аллаху ли нурихи ман яша, яхди Аллаху ли аиммати ман яша. И когда Всевышний говорит, что наставляет к своему свету того, кого пожелает, имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что наставляет к имамам наставление того, кого пожелает. Потому что свет – это имам. Свет Всевышнего излучает именно имам. Этот имам является проводником света Всевышнего. И когда Всевышний говорит «Яхди Аллаху ли нурихи ман яша» – «Наставляю я к своему свету того, кого пожелаю». И Всевышний имеет в виду, что к имаму наставляет того, кого пожелает. Потому что именно имам является светом Всевышнего. И «Ваядрибу Аллаху ламсаля линнас». И далее дальнейший аят, который мы также зачитали, пример неверующих. Что из себя представляет пример деяний и поступков неверующих? И имам Садык, алейхиссалату вассалам, и эти аяты Священного Корана объясняют. Кезульматин, когда говорится о тьмах, зульмат, о тьмах, каля аль-аввалу ва сахибуху. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, первый и его сподвижник, его друг, его спутник. Это те самые руководители, да, которые
являются дьяволами. Совершенно верно. Это те самые люди, о которых говорил имам Садык, алейхиссалату вассалам, когда говорил, что один из них лис, а другой зурейк. Хабтар и зурейк, когда говорил имам Садык, алейхиссалату вассалам, о них. Это шайтанан, два дьявола, которых установил Всевышний врагами пророка, и которые возьмут после пророка, которые причиняли боль при жизни пророка. Опять-таки, то, что они причиняли боль при жизни пророка, это доказано, это единогласно, это никто не отрицает. Вспомнить хотя бы события бедствия четверга. Угу. Как случай. Или историю с заключением договора с мекканцами, когда один из этих двоих вселял сомнения в сердца людей, говорил, разве он не посланник, разве он не посланник, почему он так поступает? Ведь посланники так не поступают. Он намекал на это, что посланники так не поступают. Как будто он знал, как поступают посланники. Или история с... Очень много примеров я сейчас просто вспоминаю, но если подготовить материал, очень много примеров, когда они при жизни причиняли его святость посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, невероятные страдания. Или история с совмещением хаджа и умры. Хаджа таматту, то, что называется. Во времена джахилии, до ислама, это считалось очень большим грехом. Совмещать хадж и умру. Считалось, что это очень большой грех. И когда его святый посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил совмещать хадж и умру, вот один из этих двух постоянно издевался над его светлостью посланником Аллаха, саллаллаху. Это в истории разъяснено. И в итоге он запретил один из них. Да, после этого он запретил совмещать. Он именно запретил. Но еще и при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в преданиях, в истории, в достоверных историях и в достоверных преданиях дошло до нас, что он... как это называется у нас вот в современном сленге, ну если говорить языком современным языком, сленгом, он прикалывался. То есть говорил такие слова, которые высмеивали эту фетву, это решение его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И таких примеров огромное множество. Я сейчас просто не хочу говорить то, что он говорил, потому что плюс к тому, что эти слова, которые говорил этот человек и его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, плюс к тому, что они являются обращены и являются издевательством над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, плюс к этому они еще и неприличные на самом деле. То есть даже я не смогу здесь его произнести, что он говорил там. Связано с отношением мужчин и женщин. Довольно-таки грязной форме он это делал у нас еще. Плюс к этому еще и в грязной форме. Таких примеров огромное множество. То есть имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что эти люди причиняли страдания, причиняют страдания пророкам при жизни и вводят в заблуждение, выводят из этого света учение этих пророков, людей после него, после пророка. И это произошло. То есть имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, когда говорится, речь идет о тьмах, это аль-аввалу, Васахибуху. Это эти двое. Яхшаху Мауджун. И это тьму покрывает волна. Как сказано в аяте Священного Корана. Ау кязулюматин фи бахрин люджиен. Как тьма в морской пучине. Яхшаху Мауджун. Над этой тьмой морская волна. Над этой тьмой волна, яхшаху, покрыта эта тьма морской пучине волной. Яхшах мауджун. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, мауджун ас-салис, это третий. Вамин фоукихи мауджун. И в священном аяте сказано, и над этой волной другая волна. То есть две волны покрывают эту тьму в морской пучине. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, разъясняя слова «ба'духа фоука ба'з», что некоторая тьма, одни слои тьмы над другими слоями тьмы, его святость Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит «муавия». Это муавия.
Ва фитану бани Умайя. И тьма, когда Всевышний говорит тьма, слои тьмы над другими слоями тьмы, имеется в виду Мавия и смуты амиядов, амиядские смуты. То есть таким образом, что мы здесь, что мы из этого всего? Здесь, конечно, имеется продолжение, и в том числе повторяется толкование, которое мы ранее зачитывали, когда имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит о свете. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ, Всевышний говорит, тому, кому не установил Всевышний света, у того нет света. И первый свет, имам Садык, алейхиссалату вассалам, толкует как имам. Ну, как и ранее. Но вот что, вот как это выражает имам Садык, алейхиссалату вассалам. Нур, то есть имамен мин вульди Фатима. Имама из потомства Фатимы, говорит имам Садык, алейхиссалату вассалам. А второй нур, второй свет, толкует как свет в судный день. То есть, фамен лам яджаль ляху ляху нура, тому, кому Всевышний не даровал имама, фама ляху мин нур. То есть, имеется в виду в судный день. Что мы из этого аята? Мы не будем далее углубляться, здесь, конечно, еще имеются кое-какие разъяснения по этому аяту, по поводу данного аята, кое-какие толкования. Что вкратце можно выделить и сказать? Что мы здесь обнаруживаем? Здесь разъяснено, в этом аяте Священного Корана, с учетом этого толкования от имама Садыга, алейхиссалату вассалам, разъяснено столкновение света и тьмы. Свет Аллаха – это свет, который заложен в этих имамах. Эти имамы, имамы из потомства ее светлости Фатимы аз-Захра, саламу ла алейха, они являются носителями света Всевышнего. Но свет, этот светильник, этот свет, этот светильник, коими являются эти имамы, он находится в этой нише, мешкате, находится в мешкате, а мешкатом является кто? Фатима аз-Захра. Ее светлость Фатима аз-Захра, саламу ла алейха. И этому свету, носителями которых и хранителями которых являются, хранителем которого является ее светлость Фатима аз-Захра, саламу ла алейха. То есть ее светлость Фатима аз-Захра, саламу ла алейха, является хранителем этого света. А ее потомки являются носителями и распространителями этого света. Этому всему противостоит их враги. В лице кого? В лице первого, второго, третьего и амиядов. Они являются врагами этого света. То есть именно между ними основное столкновение. Именно между ними происходит это противостояние. Это важнейшее противостояние в истории человечества, ради которого вся эта история, все это человечество и живет. То, что является философией и смыслом существования человека здесь, это противостояние. То есть эти противостояния на самом деле происходят именно в первую очередь между ними, носителями тьмы и носителями и хранителями света. И здесь совершенно ясно, то есть иллюзорно даже можно представить, что из себя, какова роль ее светлости Фатима аз-Захра, саламу ла алейха. И ранее мы приводили, говорили, как в качестве вступления к нашему обсуждению, говорили о чем? Говорили о том, что история человечества, человеческого общества не состоит исключительно из материальных событий, которые следуют друг за другом, и дух, и который является выше материи, который находится над материей, играет значительнейшую роль в развитии человеческой истории, в человеческом обществе играет значительнейшую роль. И здесь, в данном аяте Священного Корана, этот вопрос более чем ясно и двусмысленно разъяснен. Поэтому, с этой точки зрения, здесь колоссальнейшую роль в распространении этого света играет именно духовная составляющая. В частности, духовная составляющая ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, ее духовная возвышенность, ее очищенность, ее чистота. Почему? Почему она уподоблена мешкату? Почему Всевышний говорит, что это мешкат, в котором находятся светильники, светильники это имамы из потомства ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха? Потому что
их, то есть это потомство, это пречистое потомство в лице непорочных имамов, оно могло возникнуть только от чистейшей женщины, от очищенной, чистейшей женщины. То есть подобное потомство, подобный свет и носителем подобного света не могли быть просто люди, родившиеся от обычной женщины. То есть именно поэтому ее светлость Фатима Захра, саламу алейха, названа Мишкатом, этой нишей, которая является хранителем этого света Всевышнего. И здесь, конечно же, рассматривая эту глобальную битву и глобальное сражение между светом и тьмой, и понимая, что результат этого сражения, результат этой битвы зависит от потомства ее, потомство ее светлости Фатима Тузахра, саламу Аллаху алейха. И наряду с этим, само это потомство может быть то ли очищенной, может быть перечистой, может быть по-настоящему носителем этого света, только при условии, что сама Фатима, саламу Аллаху алейха, является пречистой и очищенной. И с учетом того, что эта чистота ее светлости Фатима Тузахра, саламу Аллаху алейха, должна была быть заслужена ей самой. Она сама должна была бы это заслужить. Эту чистоту, то есть эту очищенность. Непорочность заслуживает сами непорочные. Совершенно верно. И для этого она должна была работать над собой. И это, конечно же, колоссальный успех. Это колоссальнейший вклад в историю человечества ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха. И поэтому я приведу еще одно предание из Иля-Лю-Шарай, шейха Садука, от его светлости имама Садыга, алейхиссалату вассалам, где его светлость имам Садыга, алейхиссалату вассалам, разъясняет суть Фатимы, объясняет Фатиму, разъясняет ее светлость Фатиму Захру, саламу алейха. Инна Аллаха Азза ва Джалла халякаха мин нур. Имам Садыг, алейхиссалату вассалам, говорит, что Всевышний создал ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейха, из мин нури азаматихи, из света своего величия. Фалямма ашракат адаати самавату валь арда. И когда ее светлость была создана и начала светиться, осветились небеса и земли ее светом. Бинуриха, бинури Фатима, саламу алейха. Светом ее светлости Фатимы, саламу алейха. «Ва гашият абсару л-малаика, ва харрат л-малаикату лилляхи саджидин». И этот свет, который осветил небеса и землю, все бытие небеса и землю, языком священного Корана имеется в виду все бытие, осветил свет ее светлости Фатимы Тазахра, саламу алейха, осветил все бытие. И тогда от ее света начали слепнуть ангелы, и пали они низ перед Всевышним, вахаратиль малаикату лиллахи саджидин, перед Всевышним они пали низ, вакалу иляхана ва сайидана ма ли хада нур, что это за свет, они стали спрашивать, он наш Господь, он наш Бог, что это за свет, от которого чуть они не ослепли, да? Да. И فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري أسكنته في سمائي. И Всевышний ответил, что это свет из моего света, который я установил на небесах. خلقته من أزمتي, создал из своего величия. أخرجه من صلب نبي من أنبيائي, и я выведу этот свет из потомства одного из своих пророков. أفضله على جميع الأنبياء, одного из своих пророков, которого я возвысил над всеми остальными пророками. وَأُخْرِجُ مِنْ دَلِكَ نُورْ عَيْمَّةً, и я выведу из этого света, из света кого? Фатима Тузахра, саламу алейха. وَأُخْرِجُ مِنْ دَلِكَ نُورْ عَيْمَّةً, выведу имамов, يَقُومُونَ بِأَمْرِي, которые будут выполнять мои приказы, или выполнять и возвышать и устанавливать мои приказы, яхдуна иля хакки, и будут наставлять на мое право.
وَأَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءِ и я установлю этих имамов фи арди на земле своими наместниками, своими халифами. بَعْدَ انْقِضَاءِ وَحْيِ после того, как прекратится откровение. После того, как я перестану отправлять имамов и пророков на землю. После того, как откровение будет достигнуто, откровение дойдет до своего совершенства, уже не будет необходимости в другом откровении, и уже после этого придут одни имамы за другими имамами. Один имам за другим имамом. И все эти имамы будут из света Фатимы. Из света Фатимы. Опять-таки, несмотря на подобное разъяснение, необходимо понимать общие законы бытия, общие законы человеческой истории, общие законы человеческого общества, которые заключаются в том, что несмотря на то, что Всевышний создает, Всевышний испытывает до этого, но все-таки человек приходит в этот мир, чтобы быть испытанным. И через испытания, через свои действия, помыслы, через свои убеждения человек или доказывает свое положение, или же он не проходит испытания и не достигает того положения, на которое претендовал. На то состояние, на то положение, на которое претендовал. И, конечно же, ее светлость Фатима аз-Захра, с учетом этого, она подтвердила свое положение. Это свет, из которого исходит весь остальной свет. И, конечно же, именно от этого движения зависит исход всей человеческой истории. Но это опять-таки это духовная категория вещей, это духовная категория вещей, которые нам в полной мере недоступны. И мы можем только полагаться на священные тексты, на аят священного Корана, на предания, которые являются толкованиями этих священных текстов, для того, чтобы хотя бы приблизительно представить, что из себя представляет, и какова роль, какова суть, и каково испытание ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, какова была ее миссия в этом мире. И поэтому с этой точки зрения, я думаю, что, возможно, мы смогли донести миссию и роль ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, и в чем она заключалась. И, конечно же, это величайшая роль, величайшая миссия, которая была возложена на ее светлость. То есть, ну, я думаю, что еще будут какие-то примеры в дальнейшем, да, которые мы укажем, где увидим все-таки другую роль, наверное, да, которую также имела Фатима аз-Захра. Или на этом наша есть и другая сторона жизни, есть и другая сторона миссии и жизни ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, которая является более осязаемой, более понятной. Хотелось бы услышать именно не на этой уже передаче, а на следующих передачах. Какова ее роль была после смерти посланника Аллаха, то есть в защите вилаята имама Али алейхиссалам? Мы как раз об этом и говорили. Мы вообще в чем наша проблема? Проблема наша в том, что мы эти духовные категории плохо понимаем, плохо осознаем. Ну, конечно же, есть люди, которые понимают, прекрасно понимают, они намного лучше понимают эти категории вещей, духовные категории вещей, чем материальные категории вещей. Но наша проблема заключается в том, что, я как раз об этом и говорил, что наша проблема заключается в том, что мы духовные категории вещей вообще не осязаем. Мы не понимаем. Некоторые из нас вообще не придают к этому никакого значения, не способны понять вообще, что есть духовная категория вещей. И эта духовная роль, ее светлость Фатима аз-Захра, саламу алейха, она, это важнейшая миссия ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха. На нее была возложена миссия очиститься в этом мире, чтобы из этого света, из этой чистоты произошли имамы. Чтобы из этой чистоты вывести пречистых имамов, на которых можно было бы возложить невероятнейшую ответственность. И, естественно, ее потомство, то есть она намного выше своего потомства, потому что необходимо достигнуть невероятной вершины чистоты для того, чтобы от нее произошли люди, пречистые люди, непорочные, безгрешные люди, на которых можно было бы взвалить величайшую ответственность в истории человечества. Ту миссию,
которая была на них возложена в этой истории противостояния света и тьмы. В этой важнейшем и главнейшем противостоянии всей человеческой истории, которая решит исход человеческой истории. Хотя, конечно же, есть у ее светлости Фатима Заграс, салам алейха, еще другая роль, намного менее значительная, чем эта роль. Эта роль ее светлости Фатима Заграс, салам алейха, она для людей осязаемая, она понятна. Ее светлость Фатима Заграс, салам алейха, ведет открытую борьбу с этой тьмой. Но это незначительная миссия ее светлости, она несравнима с той миссией, о которой, о которой говорится в аятах Священного Корана, о которых мы говорили до сих пор, о ее духовной миссии. Я имел в виду проявление, то есть как это проявлялось в том же, вот мы сказали, что она своего рода, как я понял, она своего рода защитница этого имамата, кроме того, что она является, можно сказать, светом, от которого произошли имамы. Но кроме этого, она также и является, как обычно принято, это не значительная роль. Я вот в том, защищающая говорю, именно школу вилаята. У нас приоритеты перевернуты. Угу. Эта роль важная, но она не значительная. Угу. Мы можем о ней тоже поговорить, об этой роли, как она вела эту борьбу. Угу. Но это не значительная ее миссия. Угу. Намного значительнее та миссия, которая является, которая заключена в духовной составляющей ее светлости Фатима Заграс. Она намного сложнее, намного тяжелее, и в ней намного больше испытаний, чем в этой миссии, о которой мы, с позволения Богу, поговорим об этой, иншаллах, тоже коснемся этого вопроса. Я благодарю вас в любом случае, да наставит Аллах нас на путь Фатима Заграс алейха и на путь праведных имамов. Спасибо вам большое, Шейх Курбан. Уважаемые телезрители, на этом я с вами прощаюсь. Иншаллах, до новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.